Всем добрый день! Сегодня у меня появились новые коральчики. Это зоантусы Уттерхаус. Вот такие вот. Давно я их хотела. Наконец-то они у меня есть. Тут где-то 12 полипов. Такие вот они клевые. Я их, конечно, потом буду переставлю в другое место, но пока они тут немножечко адаптируются. Я их поближе к стеклу поставила, чтобы можно было и самой на них полюбоваться. И Rainbow Hornet, или Hornet, не знаю, как правильно. Они классные такие, тоже давно их хотела. Очень дорогие, достаточно дорогие зантусы, не очень. Бывают значительно дороже. Ну, в общем, вот такая вот прелесть. Растут они на плашечках таких, и их очень легко будет приклеить к камням. Ну, в остальном в аквариуме без изменений. Так, тень Супермен с камушка слетела, надо будет ее посадить обратно. В общем-то, вот еще я приклеила зеленый грибок. Туда повыше Ксению пульсирующую. Сейчас течение отключу, будет лучше видно. Мы тут их кормила только что, поэтому тут еще все летает. Ксения пульсирует. Вообще в идеале мне хочется, чтобы вся вот эта вот переливная колонка, она обросла Ксенией. Но это, наверное, будет еще не скоро. Но стремимся к этому. Мои снежинки. Сладкая парочка. Здесь тоже зонтики. Гранни Apple Smith, но они сейчас так полузакрыты, потому что я их сейчас трогала, тут все переставляла, я воду тут еще меняла. Поэтому немножечко они закрылись, но это ничего, это мой здоровенный саркофитон, который всю лишнюю органику потребляет. Вода прямо с его появлением значительно улучшилась по качеству. Это крабик мой драгоценный. Ну, в общем-то, наверное, и все. Долго не буду показывать. Еще разочек покажу моих новеньких. Прям не могу, очень мне не нравится. Уттерхаус. И Rainbow Hornet. Ну вот на этом все. Надеюсь, вам понравились мои новые коральчики. Подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. И до новых встреч!